22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа. Страна вспоминает тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших от рук фашистов и умерших в тылу от голода и лишений. Ровно в 12 прошла всебелорусская минута молчания. Подножию памятных мест благодарные потомки возложили цветы. В Беларуси установилась жаркая погода, возможно резкое ухудшение дорожной ситуации. ГАИ рекомендует водителям следить за состоянием здоровья, а метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и вовсе отказаться от поездок, так как снижается концентрация внимания и скорость реакции. С собой обязательно нужно брать питьевую воду. С сентября вводится второй обязательный элемент школьной формы. Решение о том, что это будет и где его приобрести, должны приниматься с учетом интересов учащихся и их родителей. Это могут быть как рынки, розничные магазины, так и ателье, в которых производится пошив на заказ. Определиться нужно до 1 августа. Свыше 8 тысяч абитуриентов сдают ЦТ по биологии. Всего работает 41 пункт. Зарегистрированы более 55 тысяч человек. В основе тестов школьная программа. Впереди еще 6 испытаний. Для тех, кто по уважительным причинам пропустит день сдачи, назначены резервные. Условия стандартные. Никаких гаджетов, только документ, удостоверяющий личность, ручка и пропуск. Банковские карты могут не функционировать ночью 23 июня. С 3.20 до 4 будут проводиться технологические работы. Кроме того, затруднения могут возникнуть при расчетах в организациях торговли и сервиса, инфокиосках, снятии наличных. Процессинговый центр приносит свои извинения.